Всем доброго утра. 8 утра. Афоня проснулся. Все проснулись. А это потому, что я еще в Анин торт добавила соленую карамель. И Гришка говорит, что я не по чесноку. Я капуталь. Ты в компьютер? Да. Только оденься, понял? Вот, так что завтракаем, у детей растишка. Завтрак чемпионов. Да, две растишки. В машине, два пакета мусора я вытащила отсюда. Ну, убрались в переносном смысле, или в кавычках. Да, ну чуть-чуть хотя бы. Конечно, чисто не стало, но бумажки я повыкидывала. Так, ну что, поехали? Мама говорила набирать воды, смотри, раз и два. Ну, спрайт, ты думаешь, подходит тебе? Не совсем. Ладно, один. Мы сейчас с Гришкой заехали на заправку, проламываясь, и ждем сейчас, походу, электричка восьмичасовая. Или не восьми, не знаю. Ну, в общем, короче, сейчас 9 часов, без 2 минут. Это даже, походу, поезд, да? Вон там кровати. Ура, мы доехали, даже без навигатора нашли. Мам. Все, поехали. Гриш, ты начинаешь уже хвастаться? Нет, так нельзя, надо к этому серьезно относиться. А я Гришу снимаю. Ну как тебе? Как тебе? Понравилось? Не, ну первый бой сильный был. Ура! Гриша опять отдыхает. Мне кажется, вот это даже лучше болеть. Сейчас будет марафон. Один противник и по очереди 3 боя. Объясни, что такое марафон. 3 боя, 5 боев. По 2. Один, да, а 3 разных противника, да. Подряд. Либо 5. 4 не может? Нет. 3 или 5? Да, у меня было 5. Все, конец. Сейчас все попрощаются. Все, хочу пожелать всем удачи на предстоящих турнирах, выиграть, проявиться, давать силу, свой дух показать. Самый страшный враг – это вы. Он сидит внутри вас. Боритесь с ним, и вы будете непобедимы. Вас? А мы в пиццерию. Нельзя нарушать традиции, да? Да, это священно. Мам. Пошли. Ага, и вон же Сицилия. Такое быстро возводимое здание. Сицилия. Все, мы выбрали себе столик. Какой-то новый космический латте с кокосовым молоком. Ну, а можно в пепперони? А тут есть? Не кокосовое молоко с корнем таро. А можно в пепперони и креветочек? Не знаю. Я сейчас это буду пробовать. Как я мечтала о такой клевой кружке. Мама, ты в Париж мечтаешь поехать как-то? Да? Теперь у нас роллы. Ну, вернее, у меня роллы. Сореха. Гриша. Гриша будет есть бургер. А на самом деле удобно, знаешь, когда Афоня начал есть, то руки чистые. Но он здесь будет еще разваливаться. Да.
Гриш, только наклоняйся, пожалуйста. Приступим. К дегустации. Ну как? Все, мы уже приехали за Зоей. Где все дети, Зоя? Показывай. Там. Там, ну пошли. Ребят, сколько пчелок вылетело. Сегодня прям потеплело. Я не знаю, что ты в шапке. Тут глянь, сколько пчелок. Какая красота. Пчелки некрасивые. Почему они некрасивые? Они очень красивые. Они полосатенькие. Смотри, какие прелестные. Они кусаются. Не, ну это понятно. Ой, какие они красивые. Пошли. Там мы тут на пчелок смотрим с Зоенькой. Все-таки укусили? Я думала, она шутит. А тебе и правда пчелка укусила? А, ну хорошо. Ой, а тут какие грябашки Гали еще какие красивые, интересные, да? Как они называются, интересно? Какие-то потрогай, они как будто искусственные. Да? Они колючие. Ну, они такие, как будто искусственные. Да. А они? Чего? Афоня. Афоня? Да, Афоня. Афонь! Оу! Вот. Что? Иду! Ой, Башка, Галя еще что-то будет сажать. Сентябринки. Можно, конечно. Вот еще Башка Галя. Сентябринки какие-то купила фиолетовенькие, да? Такие вот цвет фуксии. Вот. Башка Галя будет сажать, наверное, да? Или где-то взяла. Кто это купил такие? Вот, видишь, будет сейчас сажать Башка. Это вы купили? Мама говорила, что вы... Сразу понятно, что это бандюэль. А из чего это сделано? Это сделано из вот этого вот... Пластик какой-то, ага. Специально. И пацаны там выкидали. Здорово такое. Я говорю, так куда я? Оно ветер поваляет. Как оно мне маленькую вручили? Я ну, классно вообще. Если что, да. Суперволк, да? Хотите, я флюсту. Если что, спасибо. Сейчас едем домой, а тут гляньте, и правда, давно такого я не видела, когда голуби сидят на проводах. Это... Нет, они тут, да, на семечке, поле ж убрали, наверное, ж насыпалось. Не знаю, когда мне заниматься цветами, вот прям уже надо их заносить, но пока я еще никак не созрею. Сейчас вот день учителя пройдет. Мама, телефон. Вот мой телефон. Антона. А где Антона? В комнату занес, Гриша, я не знаю. Так что вот, наверное, цветы. Подождите меня до дня учителя. После дня учителя я с вами буду разбираться. Потому что буду делать заказы. Ой, гляньте, какая красота. Я обожаю герань. Вообще, раньше не любила. Еще этот запах от нее какой-то. Но сейчас почему-то очень люблю. Она очень потрясающая. И вот... Вот этот вот фикус Бенджамина начал новые листики выпускать, молодые, я заметила. То есть его прям на улицу надо выносить. Орхидею вообще не надо выносить, ее надо занести. Она этого не любит, она в комнате себя чувствовала намного лучше. Он приехал сейчас курьер Wellberries, привез мне, значит, две помады. Представляете, у меня 15-й номер есть, а 8-й я заказала, он еще даже темнее, чем 15-й. То есть я, наоборот, думала, светлее. Короче, что-то... Либо я не те номера заказала. Ну, короче, в шоке. 15.08. Либо они не те положили, которые я заказывала. Я сейчас еще проверю. Но они прям не мои. Ну, то есть 15 для меня такой более вечерний. 8 еще темнее, оказывается. Так что это я все отдаю. Тушь оставляю. Вот это вот попробую. Волюм. Миллион слашес. Миллион ресниц. Вот, с изогнутой вот этой вот щеточкой. И оставляю вот эту барсетку, которая поменьше. Ну, не барсетка, что это, мужская сумка. Написано «мужской планшет». Это вообще, вот она, вот, не очень большая. И заказывала две, но вторая пришла прям побольше. Поэтому я не буду ее даже вскрывать. Она большая, муж мой сказал, что ему большие не нужны. Так, и что получается? Сейчас посчитаем, что я должна. Помаду не буду. Ну да, 15-й и 80-й. Вот смотрите, здесь оттенок 80, а пришел.
пришел. Пришел тоже 80. А, пришел тоже 80. А я что-то думала 0,8. Короче, мне они не подходят. И тушь для ресниц оставляю. И планшет мужской оставляю.